Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии помогать и спасать». Когда вы себя почувствовали, то, что будете врачом? Вот когда вот эта вот нотка включилась? Чисто казино. Сдать экзамен было. Тут было прикольно просто сдать. Мой ночами в морге просиживает, учится. С каждой новой сделанной операцией ты понимаешь, что ты сделал. Открываешь новый мир. Конечно. Вы знаете, это, наверное, был первый фильм ужасов в моей жизни. Занятие медициной – это болезнь. Поэтому мои самые противные пациенты – это пациент-медик. Со всех позиций это медицинский очень важно, и это интересно. И это социально очень важно, интересно. И когда была эпидемия тифа, она пришла к нему в больницу проситься работать у него с сестрой милосердия. Хирургия, она должна быть красивой. Это очень красивая наука.